Всем привет! Сегодня в личном видео будем собирать дейдрический клинок. Вот его выкрыть. Его длина будет составлять немного больше, чем 300 мм. Где-то около в районе 400. И, соответственно, база. Вот она. В базе приклеивалась еще полоска картона шириной 10 см. И уже потом отрисовывались все вырезки. Вот они. Приступим к склейке и соединяем вырезки в элементы путем склеивания их на плинтусный клей. Наносим клей на изделие, размазываем. Прикладываем вырезку. Сверху прижимаем дощечкой. Данную операцию проводим со всеми остальными вырезками. И склеиваем остальные выкройки, элементы. Нанесли клей, размазали, приложили вырезку. Немного пообжимаем их все, прижмем дощечкой. Извлекаем заготовки клинка. Где торчит клей засохший, мы его обрываем или обрежем ножиком. Все остальное обточим. Обтачиваем все элементы клинка при помощи бормашинки. Элементы прошли предварительную обточку. Далее промазываем их плинтусным клеем и приклеиваем на свои места. Нажимаем зажимами. Уже все остальные элементы. Все изделие зажато. Вот оно. И будем ждать до полного высыхания. Освобождаем заготовку от зажимов. Вот оно. И сейчас мы ее еще раз обточим. Уже выводя все формы полукруглые. И будем обматывать рукоять. И стачиваем до финиша нашу заготовку. Yeah.
Заготовка клинка точена. Берем веревку, я буду использовать бумажную, и будем наматывать ее по всей длине рукояти сюда. Рукоять обмотали, клинок готов.